Ну что ж, раз-два-три. С вами Казука Фэмили, и мы продолжаем проходить Half-Life. Эпизод второй. Все присаживайтесь поудобнее, ставьте чаечек, кофеечек. Я консоль пропишу на всякий случай, если вдруг будет сложно в том моменте одном последнем. Видишь? Да. Всем приятного просмотра, не забывайте про лайки, репосты. Есть предположение, сколько у нас времени до открытия сверхпортала? Точно мы не знаем, поэтому не спускаем с него глаз. А комбайны? А мы погнали. Всем приятного просмотра. Не забывайте друзей приглашать. Но мы готовы к встрече. Прости, что мы пришли так поздно, папа. Не переживай, Алекс, все будет хорошо. Я так рад, что мы снова вместе. Я рада вернуться. Не переживайте, они появились здесь минуту назад. Дорогая, вот это облегчение, вот это радость. Наконец-то ты здесь. Гордон, я смотрю, вы с костюмом прекрасно друг о друге заботитесь. Они просто неразлучны. Данные, главное, данные, да? Ты собираешься заняться синхронизацией спутника? Или нам отложить запуск? Чтобы ты мог думать, на обниматься и на плакать. Что, мне нельзя поздороваться с Алекс и Гордоном? Правильно. Я тут работаю без передышки, пока вы устраиваете торжественный прием. Давай, ну, давай. Я только хотел сказать, ведь они могли. Не обращайте на него внимания. А теперь, дорогая, отдай мне диск с данными. Если я еще хоть немного задержусь, он будет припоминать мне до конца жизни. Держите, доктор Клейнер. Тут огромный объем данных. Что самое странное, пакет был прикреплен к сообщению Джудит. К сообщению? Джудит? Хочешь сказать, вы его не получили? Надо немедленно его посмотреть. Я расшифрую код. И мы посмотрим его из вспомогательного центра. Вот поскорее. Да-да, сию секунду. Очередная тревога? Почему мою работу все время прерывают? Алло? Кто дежурный? Кто-нибудь? Целый день одна ложная тревога за другой. Проклятые вороны устроили гнезда прямо посреди рельсов. В этом шуме невозможно сосредоточиться. Времен, тебе все равно нечем заняться. Сходи и посмотри, что на этот раз в шахте. Да. Если не возражаешь, проверь, что там такое. Нам всем будет спокойно. Присоединяйся к нам, когда закончишь. Время. Двери заблокированы по тревоге. Так что тебе придется идти по дну пусковой шахты. Я открою люк, через который ты спустишься. Я предупрежу Урию, чтобы он впустил тебя во второй этаж. Спрятался этот. Второй отсек, десятый отсек. Да понял, понял, не тарахти. Внимание всему персоналу! Говорит доктор Магнусон. Поскольку сотрудники второго отсека шахты не в состоянии решить проблему с воротами собственными силами, мы поручили эту задачу небезызвестному доктору Фримену. Надеемся, он найдет решение. Тем временем я жду от персонала шахты объяснений по поводу того, почему они не могли сделать этого самостоятельно. Благодарю за внимание. То есть это нас убьет, да? Убило бы.
слабый, подожди, а это... В смысле полный, подожди, них. Они не будут полные, чё за наёбка, алло. Эй, подожди, а как включить? Вот про загрузку я и имел в виду. Фримен, боже мой, сколько можно возиться? Шум не дает мне сосредоточиться. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. Что это? А мне кажется, это не пернатые. Смотри-ка, свежая пара рук. Вот сюда. Я призвал Магнуса. Понятно. Боже мой. Это они. Они. Внимание, внимание. Говорит доктор Магнус. Прорваны внутренние линии обороны базы. Мы пытаемся локализовать точку прорыва. И куда? Куда? Зашибись. Как нет? Только так? Ладно. Ах ты сука! Статина. Ладно. Странные манхейки, а? И куда нам дальше топать? Подожди-ка. Я что-то прям заплутал.
Чего? А куда нам? Серьезно? Твою мать! Блять. Чё эта падла такая живучая, блин? Подожди-ка, я тогда аптечки пособираю. Нафиг мне такое счастье. Так, подожди-ка. Нет, хотя бы аптечки собрали бы, и то хорошо. Нет, так я не попаду. Как говорится, лучше вернуться, чтобы нужную хрень обернуться, да? Подожди, а как я заберу-то? Чего? Под воду? Ё-моё, зараза! Побольше! Да ё-моё, кто там палит, блядь? Сука! Как вы меня достали уже!
рекламы прям. Фримен, ты меня вообще слышишь? Тебе доверили изолировать от всех. А я что делаю? Блин, под ноги не это, не ори, придурок. Подожди, а как мне его открыть? Есть кто живой? Фримен следует за нами. Да я следовал за вами, как бы. Если Алекс Вэнс примет на себя роль сопровождающей Фримена, я вернусь к своим почетным обязанностям. Конечно. Спасибо за помощь. Клянин сказал, что Джуди полетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он не сказал, зачем. Ну? Аптечку пропустил. Мифический статус – это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей команды. Все думали, Борей сгинул навеки. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Использовать? Да его надо уничтожить. Но подумай о том, какой это козырь для человечества.
Таким мощным оружием нельзя разбрасываться. Черная метка так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Илай, риск, конечно, есть, но... У нас в руках координаты, чертежи, радиочастоты. Со стороны доктора Моссман было очень умно зашифровать их в этом сообщении. Значит, она все еще жива. А если ее схватит комбайн, они вытянут из нее все, что ей известно. Полностью разрушив мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за ней. Папа! Илай! Если и может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твое пленение. Пускай она что-то знает об Арее, но в твоей голове все планы сопротивления. Папа, доктор Клейнер прав. Мы с Гордоном отлично справимся. Мы вернем ее. Клейнер, почему данные еще не расшифрованы? О, нет, данные. Магнусон, я тружусь в поте лица. Осталось если ты ждешь разрешения от комбайна... Скоро они лично прибудут, чтобы тебе его передать. Как можно скорее. Вернусь, как только все будет готово. Папа, что с тобой? Хватит. Я не позволю, чтобы это повторилось. Только вы новое черное лето. Папа, будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа, Мичик, все хорошо. Обопрись на меня. Ты едва стоишь. Спасибо, Мина. Через минуту работаю. Мне станет легче. Хорошо. Тебе что-нибудь принести? Да, если не трудно. Чашку чая. В зале для персонала есть чайник. Вскипяти и сыр. Я мигом. Гордон, присмотришь за ним? Я никуда не тянусь, Мина. Спасибо. Непредвиденные последствия. Последний раз я слышал эти слова в черной меди. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошептал их мне на ухо. Ты знаешь, о ком я говорю. О нашем общем друге. Когда он принес кристалл, я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в Тартарах. А теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Будь он проклят. Мне следовало знать, что он спас ей из каких-то чертовых личных соображений. Гордон, не столько надо тебе рассказать. Между нами, наконец-то, у нас есть возможность. Держи. Все в порядке. Конечно, нет. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... О, простите, что прерываю ваш чаепитие. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Все в порядке. Фримен, кажется, я нашел тебе идеальное применение. Идем. Скорее. Поговорим. Потом. Я вас догоню. Скоро здесь будут страйдеры. Любой из них способен уничтожить нашу ракету. Нет смысла запускать ее, пока есть угроза. Ты доказал, что умеешь преодолевать трудности, и персонал тебя уважает. Я передаю судьбу Белой Рощи и мое новое гениальное оружие в твои руки. Мы называем его попросту устройством. Не то чтобы я тешил этим свое тщеславие, но просто это название удивительно прочно. Эй, поживее! Прогреть портал! Итак, это что-то вроде бомбы-липучки, только немного сложнее. Все, что тебе надо сделать, прикрепить ее к корпусу страйдера, а затем взорвать. Я не успел изобрести механизм, способный подбросить ее на такую высоту, но твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справит. Идем за мной. Успеешь потренироваться, пока еще есть время. Без паники, Фримен. Этот страйдер уже никому не причинит вреда.
работу в боевых условиях, но мы будем передавать тебе устройство Магнуссена через подобные мини-порталы. Эти устройства отключены ради безопасности базы. В отличие от боевых, они не могут. Вот так. Теперь цельсит корпус страт хорошо. Вот и все. С близкого расстояния все выглядит элементарно. Учти, что боевая цель при этом будет двигаться и... А теперь несколько усложним задачу. Урия, передвинь мишень на дальний конец рельса. Ну да. Сейчас начнется жопа. Хорошо. Попробуй теперь. Великолепное изобретение, не правда ли? Когда решишь, что набил руку, вернись-то. Обрел уверенность. Твоя машина заправлена и готова ехать. В каждой постройке долины есть такой мини-портал, так что бомб у тебя будет предостаточно. Ага. Мне пора вернуться к ракете. Надеюсь, ты не разобьешь мои иллюзии и моих Магнуссенчиков. И еще, Фримен, если ты справишься как надо, я прощу тебе то фиаско в Черной Мезе. Я думаю, ты понял, о чем я. О некой истории с кастрюлькой для микроволновки. Загрузка. Так, загрузочки. Доктор Фримен, посмотрите. Я позволил себе немного усовершенствовать вот здесь. Здесь я соорудил полочку для устройств Магнуссена. Еще подкрутил радар так, чтобы он показывал комбайнов красными точками. А если вы заблудитесь, он будет посылать сигнал на ваш костюм, чтобы вам было легко отыскать машину. Можете меня не благодарить. Взгляните на карту. Мы сейчас здесь, на южном краю долины. Остальные ребята тут, у старой лесопилки, к северу отсюда. Найдите их, и они посвятят вас в план ведения боя. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки. Удачи! Погнали, чё? Лесопилка там, в дальнем конце долины. Периметр чист. Никаких следов вторжения. Будьте начеку. Было бы это еще так просто. Будь начеку. Десяток страйдеров к северу отсюда. Наша задача не дать им пробиться к южной базе. Если они подойдут к шахте на расстоянии выстрела, запуск считайте сорван. Будто этого мало. Разведка донесла, что их сопровождают охотники. Смотрите, чего я от вас. Тревога! Прорван северный периметр. На нас движется страйдер со стороны кранов. Ляха-муха. Вот и начинается движуха. Так. Так, один готов, окей. Страйдер у лесопилки. У лесопилки? Какой? Байни не любят сдаваться!
твою мать. Сука! Как я его убил? Иди, твою мать. Твою мать, ты офигел! Да, не сдохни ты! Мразь! А где мне брать эти? Магнусонов, блядь! Серьезно, еще проблема в том, чтобы их брать. Блять, помещать машину, да ёб твою здесь мать. Здесь есть аптечки. Ебать копать, еще и помещать их в машину. Где эта сука? Так, подожди. Так. Смотрите в оба. Похоже, их охраняют охотники. Они держатся единой группой. Я поздравляю, что они единой группой держатся. Страйдер у водонапорной башни. Поздравляю, что Страйдер и Страйдер будут в водонапорной башне. А сколько там, блядь? Сучка, жив. В смысле, блядь, исчерпан? Я тебе, блядь, исчерпаюсь. Еще один? Ебать, он ебашит просто. Напрочь. Так, подожди. Я поздравляю, что справился. Сука, ты охуел? Тварь тупая. Так и знал, что последствия будут от этого ишака. Офигеть просто. Капец, это не просто. Убил? Их еще сбивать можно. Ох, нихера их там. Где он? Воу. Подожди. Так держать. Вы почти всех уничтожили. Было в слово почти. Еще один страйдер со стороны того, что осталось от лесопилки.
Так, тут их вообще куева-кукуева будет просто. Все, что осталось, это из обилки, да? Замечательно. Так, вот он. Страйдер, ввода напорной маски. На ты, блядь! В смысле нахуй? В смысле я проебался? Ёб твою мать! Блять, я проебался! Бомба просто упала не туда! Это ж просто обосраться! Подожди, в смысле? Да блять, ну куда ты едешь, машина? Иди, твою мать! Блять, один хоть страйдер или сколько? Так, отлично. А где второй? Блять. Страйдер замечен у кранов. Замечен и его память увековечена. Страйдера. Ё-моё, с каких сторон лезут? Ебучий случай, а? Да сколько их там, блядь? Да умри, сука! Умри, падла! Просто умри, падла! Быстрей, блядь! Капец, это хардкор просто. Чего? А в чем прикол? Фух, тут, блядь, реально обосраться можно. Еще страйдер у водонапорной башни. Так, а с какой стороны он болеет, да? Вот он, сука. Нихера себе, а что ты такой борзый, а? Плохо дело. Он прям борзый, я смотрю, блядь. Да, блядь. Это
хер тебе! Тебе хер говорю, блядь. Ебать они дерзкие просто. Похоже, это был последний. Стоп! Всем приготовиться! Замечен транспортник со страйдерами на борту. До высадки около минуты. Соберитесь! Сейчас будет очень жарко! Ну да, соберитесь. Сейчас будет вообще пипец жарко. Просто пипец жарко, как будет. Они сейчас всю базу нафиг атакуют, блин. И хрен мы выиграем, блин. А откуда они лезть-то будут? Вопрос. Страйдер со стороны кранов! Еще один у лесопилки! Да их тут просто до хера. Они появляются отовсюду! Сейчас у водонапорной башни! Ну вы просто шутите, что ли? Каким... Вот... Я... Импульс веду. Чего? Вот, они уже с тех сторон лезут. Нет. Почему импульс не сработал? Вопрос. Блин. Так. Я так понимаю, что... Один страйдер готов, хорошо. А как мне второго завалить? Тихо-тихо-тихо, ну вот что ты разбился не туда, а? Ты посмотри, куда он лезет, ты посмотри. Блин, быстрей! Да твою же мать, проезжай ты мимо страйдера, быстрей! Мне нужно ту липучку взять, блин. Давай, липучку ту возьми, быстрей. Твою выше мать. Головы, ребята! Еще не все кончено! Еще один страйдер у лесопилки! Я знаю! Еще один у кранов! Так. Отлично. А какого там еще надо? Двоих завалить? Так, ну лезут, походу, еще двое. Да, подожди. Ну. Плохо дело. Так, а какой лезет? Ближе, походу, этот лезет, да? Да. На! Сволочь тупая! Да ёпара СТ, а! На! Так, подожди-ка, быстрей! Отлично, не успел. Еще двое. У нас еще время есть. Или двое. Надеюсь, что двое. Так, подожди-ка, двое. Да что-то близко они лезут. Так, подожди-ка. Нихера себе, два страйдера. Да, блядь.
сука, в смысле, блядь, я... Блядь, перезагрузи ты заново. Блядь, это пиздец какой-то, а чё загрузки такие долгие? Так завалить его, вопрос. Ну, блять, вопрос, вот как импульсом. Ебануться просто. Получилось, мы отстояли базу. Хорошая работа, ребята. Внимание! Внимание! Атака страйдеров отбита! Всем отрядам вернуться на базу немедленно! Повторяю, всем отрядам вернуться на базу немедленно! Все, мы типа отстояли? Ну окей. Отлично. Эй! Ха, Гордон Фриман. Отлично, Гордон. Спасибо, Фриман. Отлично. Ого, Гордон, ты был великолепен. Да-да. Идем. Подожди, куда идем? С пятачком. Ждем. Ждем загрузочку, да? Загрузочку ждем. Почти готовы к запуску. Портал готов открыться, но доктор Магнусон уверен, что мы успеем это предотвратить. Время. Я вижу, устройства Магнусона сработали безупречно. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что... Спасибо. Довольно болтовни. Пора запускать ракету. Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Идем в центр управления. Оттуда удобно наблюдать за полетом. И снова лифт. Ух.
развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Мы тут. Наконец-то. Ты дрался, как сам Чёрценок. Не будем забывать, что устройства Магнуссона сами уничтожают страйдеров. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Предлагаю отложить собрание клуба любителей обоюдных восхвалений на после старта. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Оставим эту честь Гордон. Я нисколько не возражаю. Гордон, твой выход. Створки шахты открыты. Всем занять свои места. Подать топливо в главные двигатели. И готовиться. 10 секунд. Начинаем запуск. 7, 6, 5. Пошла. Пошла. Еще так летит. Да. Невероятно. Рано праздновать победу. Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать сигнал. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим заново. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на открытом воздухе. Это будет невероятное зрелище. Жаль, нам с Магнуссоном нужно снимать показания полета. Окей. Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь. Ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо. Ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнуссон. Да-да. Мы догоним тебя. Гордон, послушай меня. Вот ты где. Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет Божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Да где вы? Да идем, идем, секунду. Так. Идем. Илай, Гордон, Алекс, портал начинается. Да. Сейчас будет красота. Мы запустили резонатор. Остается ждать. Ух ты. Боже мой. Да. Получилось. Получилось, Гордон. Еще как закрыли. И как раз вовремя. Бьюсь об заклад, комбайны сейчас психуют. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела... Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Эй, куда ты? Что ему в голову? Не убегай далеко. Ну да. Ракета полетела, портал закрылся, в принципе. Вот и наш вертолет. Заправлен и готов к взлету. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка, все будет хорошо. Алекс, мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа.
Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. Угу. Это уже финалочка. С вертолетом. Так. Ну что, сейчас будем финал смотреть, ребята. Это уже все, как говорится, финал. Вот. Вы точно ничего не забыли? Вроде ничего. Доктор Клейнер дал нам координаты барьера. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. Папа! Гордон, помоги! Папа! Алекс! Папа! Беги! Слушай, этот корабль должен быть уничтожен! Чего бы это не стоило? Уничтожен! Нет! Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Черт возьми, отпусти его! Ого, как он злится. А, их двое! Охренеть, два советника. Детка, закрой глаза! Я люблю тебя, папочка! Не смотри! Нет! Нет, Боже! Нет! Нет! Гордон! Папа! Ох, папочка! Дэд! Дэд, ми! Дэд! О, май гад! Да. Там заканчивается Half-Life эпизод 2. Да. Как-то так, дорогие дамы и господа. Пока что на этом заканчивается самая популярная франшиза. Все, как говорится, вот. Нет, в принципе, игрушка, она прикольная, но очень короткая. Тут не так много событий, которые происходят. Ну прям много. Да, они пытались разнообразить, но короткий эпизод как дополнение для, как говорится, для продолжения, да. Вот так-то. Так что, в принципе, всем спасибо за внимание, что смотрели. Мы прошли с вами эпизод 2. Всем спасибо за внимание, сколько мы времени прошло. Ну, час, да. За час мы добили финал. А всем спасибо за внимание, что ставили лайки. Не забывайте про колокольчик, приглашать друзей, делать репосты, дружочки. А с вами был Казуков Family. Мы увидимся уже в других интересных игрушках. К сожалению, мы уже прошли такую игру, как Half-Life. Остается еще дополнение к первой Half-Life. Но я еще покажу концовку Half-Life Alyx. Чем заканчивается Alyx. Не вся игра, конечно, но концовку покажу, чтобы вы понимали, ну, с чем связь с эпизодом вторым. Вот. А всем добра, тепла и уюта. Всем до скорого. Всем пока-пока.